Закон сохранения энергии для акта излучения тормозного кванта, если пренебречь отдачей рассеивателя, выглядит очень просто. Начальная энергия электрона равна энергии электрона после излучения в сумме с энергией кванта. Обращаю ваше внимание на то, что начальная энергия электронов – это в рентгеновских трубках есть произведение элементарного заряда на анодное напряжение, поданное на трубку. Идея очень простая. Электрон не может излучить больше, чем имеет. Е' не может быть отрицательным, а, соответственно, частота излученного кванта не может превышать отношение энергии начального электрона к постоянной Планк. Наличие высокочастотной границы означает наличие коротковолновой границы. Минимальная длина волны есть отношение вот такой универсальной константы 2πCh к начальной энергии электрона, то есть к произведению Е на У анодное. Наша установка позволяет развернуть спектр тормозного излучения, даваемого рентгеновской трубкой. То есть посмотреть зависимость интенсивности излучения от длины волны этого излучения. Делается это с помощью установленного на пути исходного пучка рентгеновских лучей кристалла. На этом кристалле рентгеновские излучения дифрагируют. Дифракция описывается формулой Вульфа-Брегга, так что при фиксированном порядке спектра длина волны излучения однозначно определяется углом дифракции. Я покажу это в установке. Вот коллиматор, из которого выходит узкий пучок рентгеновских лучей. Держатель кристалла – это фторид лития, литий фтор, на котором дифрагирует рентгеновское излучение. И детектор, счетчик Гейгера. Причем механическая автоматика обеспечивает следующее. При повороте кристалла на угол тета детектор перемещается на угол 2 тета. Так что мы непрерывно регистрируем дифрагировавшее на кристалле рентгеновское излучение, длина волны которого определяется написанной на доске формулой Вульфа-Брегга. Дальнейшее управление установкой осуществляется с помощью компьютера. Прежде всего зададим начальные параметры установки. Напряжение на аноде 20 кВт. Начальный угол скольжения 5 градусов. Начальное направление на детектор 10 градусов, напряжение на аноде 20 кВт, ток эмиссии в рентгеновской трубке, ток электронов, анодный ток 1 мА, счет не запущен, скорость импульсов сейчас 0. Будет видна цифра, означающая среднее число импульсов, пришедших за 1 секунду. Начнем измерение. Сохраним эту кривую и закончим измерение. Зададим другое, большее анодное напряжение. 27 кВт
на аноде. Дальнейшие операции повторяются. Начальный угол, напряжение, скорость счета. Запустим установку. Начнем измерение. Появилась красная кривая. Развернем соответствующую картинку. Измерения закончены. Сохраним эту картинку и перейдем к следующей. Самое большое для этой установки анодное напряжение поставим в 35 кВт. Дальнейшие действия повторяют предыдущие. Начальные угол скольжения, напряжение на аноде 35 кВт. Начнем измерение. Появилась красная кривая. Развернем картинку на весь экран. Измерения закончены. Для удобства сравнения мы расположили все три картинки друг под другом. Они соответствуют таким напряжениям на аноде: 35 кВт верхнее, 27 кВт среднее и 20 кВт самое нижнее. С ростом напряжения на аноде растет энергия максимальная предельного, так сказать, кванта. Длина волны убывает, ну и угол, с которого начинается рост скорости счета и который соответствует коротковолновой границе, тоже убывает. Вот давайте посмотрим. 20 кВт напряжения. Спектр начинается с точки, соответствующей примерно 9 градусам. 27 кВт. Это где-то 6,8 градуса. Ну и, наконец, 35 кВт – это 5 градусов примерно. Если сделать пересчет, учитывая, что межплоскостное расстояние соответствует равно практически точно двум ангстремам – 201 пикометр, то названные углы с хорошей точностью соответствуют энергиям в 20, 27 и 35 килоэлектронвольт.